Вас наша сила, право и честь. Очень много. Прекрасно, поздравляем. Я знаю, что у всех есть свои предложения по тому, что и как нужно сделать. Вместе очень просим Рустама Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Если будет необходимость. Выдающееся выступление Владимира Владимировича Путина, его можно было бы историческое, триумфальное. Но уже сейчас здесь некоторые вещи, о которых, на заседании президиума Госсовета по общему образованию Владимира Владимировича Путина. Профессионального мастерства педагогических и руководящих работников в сфере образования. Увеличение числа получателей премии. Вот о чем здесь учитель. Прекрасно, поздравляем. А также о более широком информационном освещении, введение должности советника директора по воспитанию, изменение требований к строительным правилам, сокращение сроков строительства и реконструкции образовательных объектов, вовлечение в систему олимпиад учащихся с ограничениями по здоровью и так далее, и так далее. Прекрасно, поддерживаем. Большой набор мероприятий, которые мы должны будем сформулировать в окончательном виде и, безусловно, потом реализовать. Поздравляем. Я еще раз поздравляю с прекрасно. Поздравляем. Очень просим вам, и не Хмельницкий, очень просим Владимира Владимировича Путина избираться на пост президента России, на выборы президента России 2024 года. Поздравляем вас с праздником 1 сентября и с предстоящей триумфальной выдающейся победой на выборах президента России 2024 года Владимира Путина. Ура, ура, ура! Великая победа России на века! Прекрасно! Поздравляем! Поздравляем! Спасибо, благодарим вас!